Остальные яйца я получил не за красивые глаза. Поэтому если говорить о лучшей игре, то я считаю, что любая игра лучше, чем купленная мной Assassin's Creed Unity. Купил? Ты серьезно? Может, еще евро по стольнику скупал? Если у тебя есть варианты получше, пожалуйста, аргументируй. Макаки. Да-да. Не так давно проводился эксперимент. Взяли двух макак, одной дали банан, а другой аккаунт в копателе. Первая целый месяц жрала бананы, играла с причиндалом. Ну ты знаешь, как это бывает. А вторая померла. Вот вы скажете, я все выдумал. А половина игровых изданий в последнее время оценивают игры именно так. Но мы-то знаем, что геймерская истина рождается в споре. Точнее, в страче. Вот. Например, мой дорогой тиммейт считает, что на данный момент Global Offensive лучший шутер. Но там ведь уже давно другой жанр. Симулятор чемоданов. Многие же из нас лучшим шутером назовут батлу. Может, потому что там можно давить школоту танком? Возможно. Лично у меня после игры появились знания военного дела. Я, блин, теперь как Рэмбо, только на диване. И не то чтобы это как-то относилось к делу, а мне просто хотелось похвастаться, но у меня... появилась тёлочка. Выкусите. Да какая батла? Ты же играешь только в доту. А вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да. Вот и нет. Вот и да, причем фигово. А вот и нет, я люблю пострелять. Настоящий пират способен раздавать не только файлы, но и хедшоты. А как говорится в одной известной пословице, кто хедшоты раздает, у того писюн растет. Да! А я считаю, что глупо прислушиваться к мнению человека, который может за всю игру ни разу не ультануть. Я тогда вначале вылетел. Ты тут всех подвел. Поэтому решим все по старинке. Голосованием за лучшую игру. На премии Рунета уже победили танки онлайн. Всем уже ясно, что это лучшее... Есть пробитие. И спасибо за просмотр. Если понравилось видео, то ставь лайк, подписывайся на канал или вступай в группу. Ссылка в описании.